Тысячи лет назад человек был тесно связан с источниками пищи. Сегодня же большинство современных людей не занимаются земледелием и животноводством. И при этом нам больше не приходится дожидаться летних яблок или зависеть зимой от запаса консервированных овощей. А любые продукты мы можем купить в ближайшем магазине, где на полках лежит товар, выращенный в разных уголках мира. Однако идея мирового продовольственного обеспечения, вне зависимости от сезонов и климата местности, вовсе не нова. Еще в далеком IX веке мусульманские сельхозпроизводители стали вводить новшества, выращивать новые культуры, происходившие из разных концов света, развивать интенсивное ирриграционное земледелие, приспосабливать распространившиеся по всему миру идеи к местным условиям, используя научные методы, стимулировать сельскохозяйственное производство, в том числе и поощряя индивидуальное землевладение. Все это привело к появлению в их распоряжении недоступного прежде разнообразия пищевых продуктов. Став представителями цивилизации путешественников, мусульмане собирали информацию со всего известного мира, прокладывая себе путь в труднейших условиях от степей Азии до Пиренеев, подробно описывая все, что видели, чтобы создать объемные труды по ведению сельского хозяйства. Мусульманский мир обладал также необыкновенной способностью к распространению всего нового. Обладая огромной массой знаний, привезенных из самых разных уголков мира, мусульмане получили возможность разводить превосходных лошадей и овец, возделывать лучшие сады и огороды. Они умели бороться с насекомыми-вредителями, использовать удобрения, были экспертами в прививках деревьев и в скрещивании растений для выведения новых сортов. В древнем Средиземноморье сеяли в основном озимы, и с каждого поля собирали один урожай за 2 года. Так продолжалось до тех пор, пока мусульмане Андалусии не ввели в употребление новые способы севооборота и новые культуры, среди которых было немало видов индийского происхождения, которым подходила теплая или жаркая погода, стоявшая долгими летними днями. Но на них плохо сказывались засушливые месяцы, когда было мало дождей. Однако с внедрением искусственного орошения многие из них начали приносить по 4 урожая в год. Субтропические растения, такие как бананы, выращивались в прибрежных областях страны. В число новых культур входили рис, цитрусовые, персики, сливы, шелковица, абрикосы, хлопчатник, артишоки, баклажаны, шафран и сахарный тростник. Кстати, тростник мусульмане распространили не только в Испании, где он сильно повлиял на местное сельское хозяйство, но и в Эфиопии и на Занзибаре, которые известны сегодня своим высококачественным сахаром. Процветало производство шелка, культивировался лен, экспортировалось льняное полотно. Мусульманский путешественник и историк X века Аль-Масуди описал, как мусульмане начали выращивать апельсиновые и лимонные деревья. Апельсиновое дерево и лимонное дерево были привезены из Индии около 300 года хиджры, то есть в 912 году нашей эры, и сперва посажены в Омане. Отсюда их привезли через Басру в Ирак и Сирию. По прошествии очень небольшого времени их уже стало много в домах жителей Тартуса и других приграничных и прибрежных городов Сирии. Вскоре эти деревья появились в Антиохии, Палестине и Египте, где еще совсем недавно они были неизвестны. Порой такие культуры часто были обязаны энтузиазму отдельных людей вроде Абдур-Рахмана I, который из ностальгии по сирийскому ландшафту лично позаботился о перенесении нескольких видов, включая финиковую пальму, чтобы чувствовать себя как дома в новой для него земле Испании. И это был не единичный случай. Так главный судья Кордовы Муавия ибн Салих привез из Дамаска целый ряд сортов граната, а воин из Иордании по имени Сафар принес с собой черенок инжира и посадил его на своем земельном участке в районе Малаги.
Позже этот вид, названный сафри в честь него, распространился по стране.